Блин, ну я вот вышел. А, вижу костер. Аллилуйя. Он, между прочим, в настоящей жизни, это сейчас тоже с голой жопой сидит тут играет. Серьезно? Перед тобой? Яйца, вся эта херня висит, да? А почему херня? Почему висит? Ну а как эта херня называется? Сергей Багнибов пишет: здравствуй, царица Натали. Королевна. Здравствуй. Мой подчиненный. Здравствуй, царица. Вова, где ты? О, прибежал. Ёб твою мать, сука, ну ты урод. Наташа, я не могу понять, из-за чего ты с ним. Ты видел себя? Так мы вместе его делали. А что, я тебе не нравлюсь? Неудивительно, что тебя жрут, ты на пельмень похож. Женя, дай мне что-нибудь одеть. Вот топорик какой-то есть. Собирай все, что есть. Женю сейчас обворовал, просто вот нагло. Да пусть берет, не жалко. Твою мать, какой ты уродливый. Вова, что ты за существо? Ты какой-то мордолап. Краб пишет, что ты краб. Жень, что мне, как мне на себя одеть что-нибудь? Вова, надо сначала что-то сделать себе. Что? Я знаю, что себе делать, я в 13 лет научился. А я попозже начал, если честно. Так. Давайте Вову что-то напрягем, то он что-то... Так, Вов, возьми факел. Какой ты уродливый, мать твою за ногу, держи. Вов, возьми факел. Где? Где? Вот, Вова. А как ты свистишь? Дырочкой в правом боку. Как это действие делается? Вова, ты не зли меня лучше. Сука, у меня слезы идут, хватит. У меня из-за тебя ягодка. Пожалуйста, Вася. Мне плохо, что не могу себя видеть. Вот это такой, это жесть. Это жесть. Так включи на телефоне стрим, Женя, и увидишь себя. Нет! Сука, пошел отсюда. Жека, подожди. Стой, ты чувствуешь сзади мужское? А, сука, хватит! Вова, надо строить дом, пидор! Зачем он нам нужен? Давай лучше... Как ты это делаешь? Какой кнопкой? Не знаю, ты у меня на четвертой стоит. Не гони. Что творишь, Жень? Жень, учи меня. Хватит! Я не могу, хватит! Женя, дыши, дыши! Хватит! У меня мне плохо! Свист! Соловей разбойник! Женя, страшным людям тоже нужна любовь! Я не могу, у меня слезы!
Жень, ребят, извините, я весь к***. Жень, я не могу на тебе возразиться, почему? Говорят, это что, что за куцаперды? Я его зарубил, ребят.